анонс 9 и 10 серии 22 сезона сериала «Тайное следствие». В 9 серии строители, приехавшие на капремонт старого дома, обнаруживают, что в нем было совершено ритуальное убийство. Свечи, пентаграмму и обнаженный труп парня с проникающим ранением в сердце. Убитый обнаружен на столе, но убивали его на лестнице. Там видны следы крови и волочения. По мнению Панова, труп пролежал здесь около недели, а значит, парня должны были искать. Удалось установить личность убитого. Это Роман Дашук. По словам его матери, сын никогда не интересовался мистикой. В 10 серии коллега убитого Дашука, курьер фирмы «Метеор» Игорь Мешков, попадает в реанимацию. Его сбил грузовик. Швецов обнаруживает, что некоторые маршруты Дашука не совпадают с адресами доставки и что перед такими отклонениями от маршрута убитый получал сообщение от некоего Антона. Вероятно, Дашук и Мешков занимались незаконной деятельностью, а теперь кто-то подчищает концы. Посмотреть очередные серии вы сможете 12 декабря на канале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.